Сколько я говорил, всего 16, да, растений, по-моему. Угу. А чё? Вот Владзе. Салам алейкум, братишка. Привет, привет еще раз. Продолжаем дальше. Наше прохождение по мукам. Гейм Эксес, привет. Привет, привет. Что ты говоришь? За что ты так сразу? Ну вот так вот, такой я добрый. Вот Владзе, я первый раз. Чего ты первый раз? Так, ладно, поехали дальше. Вот Владзе, ну первый зашел у нас три. А, ну первый-то да, согласен. Game Access, продолжаешь играть в эту игру? Да, это точно. Как говорят, продолжение следует. Так, что я хотел, надо же этот сделать, контейнер. Короче, это, Кость, простой контейнер сделать, да? Да? Угу. Карго-бокс, из которой идет, да? Да. Тут их два. Карго-боксис. Бокс, бокс для карги, ну. Так их тут два. Вот Владзе, Айкусти Баскович тут. Господи. Есть карго-боксис, после идет мобильного конструктора. Карго-боксис. Второй карго-боксис. Вот. Один, короче, как гроб, другой как ящик. Вася, ты будешь на базе его ставить? Да. Вот сделай выборку. База. А, все. Поняла. Не переживай, даже Рафа дольше. Угу. Костя еще до сих пор вроде собирался спать, а вот в итоге. Еще всем утюгается. Я ему тюгаюсь. Да шучи. Охренел твоя голова. Вот сейчас ему тюгается.
как можно сказать, но голова моя не охренела. По-моему, так охренела конкретно. Обалдела. Это, понимаешь ли, выёживаю херню какую-то, строю для всех. Такую сам, правда, не понимаю. Ни хера не понимаешь. Ваш пьем. Что будет это? Это опять будет уёжище, да? Ну да. Так. И так будет херня, да? Да. И чё? Чё такое опять? Что такое? Во как оно! Все, вот она, Михалочка. Бо как оно. Суперный идет. С той стороны также пока я не забыл поставить. Как я с той стороны ставил, я уже забыл. Так записывать надо. Я сейчас повторю свой вопрос. Ну. Но не помню я. Че, ну, я же говорю, охренела твоя голова? Угу. Не помню я. Да. Не помню я. Вот не помню я. Вот не помню я. Ой, ну и страхолюдина же получается. Так. Mm-hmm.
Даш, ты сейчас не на большом корабле случайно? Пока нет, а чё? Ну, говори. Ладно. Да ладно, я так посмотрю. Блин. Мне надо посмотреть у него, сколько у него тяга вперед. Тяга вперед? Сейчас, одну секундочку. Так, секундочку. Которая через П смотрится, да? Да, которая через П в статистике. Угу, сейчас, иду. Потому что я-то возле него на базе. Так, статистики, да? Да, и топливных баков. Сколько у него? Посмотри, пожалуйста. Угу, угу. Так, крен, это наш... Не-не-не-не. Вот рядом с креном. Следующая цифра чуть левее. Так. Чуть левее? Левее крена цифра. Самая, грубо говоря, задняя, левая. Ага. Написано, что 0MS2, 0000H. Включи напругу. Так напруга-то включена. Двигатели ты имеешь, что включить? Да. А, ну так бы сказал. Сейчас движки включу. Включил. А, значит, получается 115MS. Ага, 115. А подъемная сила? Это стрелочка вниз. 15 МС. Понял тебя. Боковая мне не интересна. Ну, боковая у тебя 20 и 20. Это мне не интересно. Значит, 115. Так, 15, ага. А тоннаж у него? Так, тоннаж. Тангаж это называется вообще. Тоннаж. А. Масса в общем. А. Сколько тонн весит? Так, где это посмотреть? Так, а там же масса 9,91 кт. Спасибо. 9, у меня уже почти 24. Ёптю мать, у тебя тогда придется вообще ставить не пятнашку, а больше. Не пятнашку. Нет, у меня подъемка 22 стоит. Ну. У меня вот скорость вперед хромает. У меня 117 всего лишь. А. Хотя хочешь поржать? Ну. 117 это с тремя маршевыми большими. Так он тебя сколько энергии-то будет жрать? Кстати, баков сколько? 20 у тебя стоит здесь. Понял. Блин, у меня еще тут и баков не хватает. Все, пошел. В избу читальню думать. А, в избу пошел, давай. Да, думать пошел.
СССР. Привет еще раз. Привет, привет еще раз. Шурик, жулик. Илья, не пугай так. Че напугал-то? Противный. Испугался? Противный, испугал. Противный. Пойдем играть с Салочкой. Да-да-да, вот типа того получается, Илья. Будешь как в такси? Ну что, педики, поиграем в Салочкой, догоните, кто первый. Да, вот действительно. СССР. Ну и забрался ремонт. Ладно, куда Костяна загнал? Ты что там, пинаешь что ли? Чего пинаешь? Я говорю, Костяна пинаешь, раз молчит. Нет, он пошел подумать. Чоппер вставил? Не, пошел подумать, я же тебе говорю. Теперь так называется. Да. Он пошел подумать. Ну это правильно. О хорошем... И неизведанном поведении. Да. Ну ладно, тогда пойду дальше попинаю кого-нибудь. Кого ты там пинаешь? Ага, Fallout Shelter. Ой. Вот и Костя пришел. И ушел. Я все-таки пойду подрыхну хотя бы пару часиков перед. А, все-таки, да? Да, все-таки я решил. Ты что-то как-то совсем уже мяукаю. Да ты потому что, да, у тебя же это... А потом просто на работе будешь офигевать. Ага, у меня наверняка за снегохреном ползти через весь город. Это да. Короче, вот, все усилители продавать. Какие усилители? Да нафиг они нужны, в принципе. Если еще... А, я думаю... Так, нас четверо, да? Броню может пока оставить временно, пускай пока броня... Оставлять только среднюю. Тяжелой реально по планете фигово ходить. А. Очень фигово. Угу. Я думаю, оставь 4 средних брони, нас же вроде там четверо. Ну да, да. 8 ЕВ. Чего 8 ЕВ? Ну, если есть ЕВА. Ну, для космоса. А, их оставить все-таки, да? 8 штук, да. Ну, по 2 на броню. Все, тогда хорошо. Я тогда их обратно перетащу. А все остальное по факту. Так, лазерный пистолет продавать? Нет. Продажа идет или нет? Ты пробовал? Не помню. По-моему, идет. По-моему, там вообще все идут, просто у разных торговцев по-разному. Не забывай проходить перед продажей. Ну. Не забудь сначала пройти на станции всех торговцев. У некоторых торговцев одно и то же можно продать, но по-разному. А, ну это я уже понял. Так, ты говоришь, тяжелую броню продать. Тяжелую, да, все нафиг. В ней в космосе как бы удобно, по факту. Ну. Но у нее там и кислорода побольше, но на планету ты в ней. Не побегаешь ни хрена, она джет жрет, как зараза. То есть в ней, грубо говоря, по планете не побегать, не попрыгать. Ну, понятно. Я тогда просто в шкафчик вот эти Евы положу, где броню переодевать. Пускай там лежат. Ну, кому, да, да. Кому надо, тот взял. Илюша, тебе говорит, что ты там? Так. Илья. Ай-яй-яй, я потерялся в кнопку. Бывает.
Так. Потерялась я, потерялась. Все, давай тогда тебе спокойно. Да не, у меня тут музло наорет, я не слышу. А, понятно. Все, Коль, давай, спокойной ночи. Давай, спокойной ночи. Трындец, мандец. Завтра не проспись, уже свалю. Ну, сейчас Илью, я приду. Давай. Кирпур-то уже на мою спинку повесили. Ну чё? Вот. Какой чё? Кирпур-то свою на мою спинку уже повесили. И шо? Хорош там уже развешивать кирлянки свои. Развеси. Погоды не делайте. Ой. Пришел. Так, что там? А. Воюет. Хочу скачать эту игру. Так скачивай, кто что говорит. Извини, что не прочитал. Ты что, там стрим не делаешь? Конечно, продолжение стрима. А я тут сижу, угораю, блин. Угорай. Покрякал тут, блин. Думал, ты один. Увы. Не один. Ну, ладно, ох. Ну, надеюсь. Кстати, я тут это наткнулся на негабаритный канал. Ну, по приколу посмотрел его. А, ну. А там стрим вел с музулоном. У него до сих пор все на это не заблочено ничего. Можете попробовать, как у него забахать. Да не, он там музыку без авторских прав просто находит и все. Почему без авторских? Не с авторскими правами? Нет, без авторских, по-моему, у него. А авторские? Ну, сам посмотри. А, ну, значит, он с кого-то там это подписан, что ему разрешено. А, ну, это тоже другое. Ну, там на 1000 подписчиков, по-моему. Мочи козлов во всей земле. Ай-яй-яй-яй-яй, сломал.
Туда нельзя, сюда нельзя, а никуда нельзя. Так, ты давай, во сколько что завтра? Мы же договорились, сказали, договорились же, 2 часа. А если позже? Позже не знаю, но мы договорились таким образом. То есть в 2 мы состыковываемся, а там мы все смотрим, да, уже как получается? Там уже едем, да. Есть какие-то... Не знаю, посмотрим. На да, дорогу дураков? Ну, через ДД, скорее всего, как всегда. На полюбасу, да? Как всегда. Большие расстояния, маленькие. Все будет видно. 90 или 150 ветер в Харю? 90 наверняка же. Так можем 150 ветер в Харю? Не, не надо. Ну, сделать из них 90. Вот-вот. Я вот еще, ладно, я прикалываюсь. Так. Ну ладно, пока стримся, я тут если что, влезу в него, вернусь, как обычно. Угу. Если ты будешь вообще уходить в офлайн, то хоть крякни. Хорошо. Это... Я понял. Так, хорошо. Ладно, я пока пойду в свою... музыкальную копилку разгревать. Давай, дальше. Давай, давай. Так, сейчас еще у себя надо разгребать. Thank you.
Так, что еще тут продать? Из сборника 100 песен, да, 49 песен чисто на помойку. Да, нормально. Я охренеть, вот это разбор полетов. Нормально, чё. Ну да, читать давно, ну вот, когда я переехал на новый Винчестер, думаю, бать моя женщина. Столько говна, кошмар. Ну ладно, на... полгига я сейчас освободил. Так у меня еще разгребать, сейчас я скажу сколько. 400, 600, 750 гигабайт видео. Вообще трындец полный. Да уж. Сначала с музыкой разберусь, потом уже остальное буду делать. Ты здесь? Да, да, я же тебя слышу. Ты молчишь, что ты занят. Да ну, перестань ты. Пипец, 75 гигов музыки. Охренеть. 75, это что-то многовато у тебя как-то. Ну вот, сижу, разгребаю, учитывая, что уже полгига очистил. Ничего, нормально. Скоро будет еще больше, еще круче. Ну да, точно. Это ж не первая папка, которую я уже расчистил. А сборников тьма тьмущего меня. Кошмар. Кошмар, что это такое? Что вы себе позволяете? Ну да, 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 да. Тут есть такие темы, которые я, может быть, еще и послушаю, но удалять это точно надо уже. Без понтового остального. Все уже не камильфа. Ну вот Blue Stahl, знаешь таких? Не. Yeah. Ультранам. Первый раз слышу, кстати. Не, ну если ты эту песню послушаешь, может быть и поймешь. Так остальное так сидишь, думаешь, да ну нахрен за одну песню, столько говна держать, нафиг на помойку. Огну в сборник, остальное на помойку. Апокалиптику всю недавно прослушал, еще на старом мече. Пока нечего удалять, надо оставить. Вот там Антобин, ну блин, одна, две темы найдется, остальное чисто на помойку.
Ну, из гига две песенки оставить, гиг чисто на помойку идет. Нормально. Да уж. Кстати, ты не сталкивался с такими бикомплексами? Неа. Фишка прикольная, тема зачетная идут, но редко найдешь в сети, чтобы скачать их нормальное количество песен. Там лежат огрызки какие-то, тут, блин, у них тема-то забавная есть. Например, для стрима тебе пошло бы. Да нет, так. Помнишь Cardigans? Cardigans группу помню эту. Угу. My favorite game, блядь, 4 варианта окончания клипа, трындец. А помнишь бешеного лягушонка Crazy Frog? Ну да, Crazy Frog помню. Это чудило. Это никогда не забудешь. Это еще то чудовище. Смысловые глюки? Опа. Смысловые глюки. У меня сборничек получился уже из всего. Накидан просто немножко темы, все. Но это вечно молодой, вообще по кайфу было. Еще вот, наверное, «Братья два» услышал. Все в порядке, все нормально. На апреле такой смазливый. Апрель научил нас любить, блин. Потом это про Гагарина, блин. Звезда, по-моему, 3000 назывался, да. Розовочки вообще сам по себе постебаться столько. Ой, ёпти. Да ладно, прикинь, что нашел мистер Малой. Буду погибать молодым, буду погибать. 94-й год, офигеть. Вот остальное что-то не помню. Лови кураж, курил, бухал, шлагдонец, бестолочь, пьянство, бой. Ух ты, интересно, интересно. А где ты такой подцепил-то, интересно? Ну уж не знаю, не знаю. Малой буду кибать молодым. Видос охренеть. Я вообще такого даже не помню. Да. Когда вот подцепил, где скачал, фиг его знаю. Ну, Киш, это классика уже, все. Ну, это понятно. Никуда не денешь. Ха, прикинь, есть ямка. Помнишь этот «Одинокий голубь»? Ну. Вот это она и есть. Ну, что-то она такая смазливая какая-то. Сама по себе. Только один альбом выпустила и испарилась куда-то. Кобылка. Ну тут уж ничего не поделаешь. А этот вообще никуда не денешься. Технология. Ну, технология-то да. У меня платиновая коллекция, мне этого достаточно. Остальное все, мне ничего не надо. Жми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществился. Ну да, есть такое. Ну ты нажал же на кнопку, ну что же, ты не рад. Но ведь тебе больше нечем стремиться. Блин. Песня обо всем, песня ни о чем. В памяти тебе сигнал. Имитатор, шутник. Сегодня ночью. О, блин. А сейчас еще упадешь. Сектор газа. Колхозный панк, сектор газа, ядерная вошь, зловещий мертвецы, ночь перед Рождеством, гуляй, мужик. Нажми на газ, кащи бессмертный,
Танцы после порыва, газовая атака, избранный один. Чё, наркологический университет. Избранный два, баллада один, экстази. Восстание из ада, избранный два, баллада два. А в 2004 году была такая группа X Сектор Газа. Ну. Они выпустили альбом «Огненный рай». Вот у них это есть песня одна. Ну. Две, точнее. Она одна называется и посвященная девушкам. Mm. И третья — «Ведьмы». Вообще угарная тема. Там что-то вот из сектора, ну, из экс-сектора газа. Что-то там, по-моему, молоденькая девушка, она одна рисует звезды. Она что-то там не помнит, не знает, что будет дальше, ведь она его никогда не забудет. Что-то такое было. Но это тоже типа а-ля сопли. Ну, я понял. Ёпать, откуда у меня это все? Вытащил этот кошмар. Мальчишник, ё-моё. Помнишь? Такой не забудешь. Никогда. Это уж точно так. Ария, охренеть. А это вообще никуда не деть. Ты у меня ВКонтакте смотрел фотки? Ну, не все. С ганджа-пати, пижама-пати, где вторая, третья часть идет. Не помню. Нет, не смотрел? По-моему, не смотрел. Вот если посмотришь, там будет Вася из группы «Кирпичо», тогда там выступал на сцене. Он мне еще тогда автограф оставил, но до сих пор автограф его бежит. Группа «Кирпичо», ты помнишь? Знаешь? Mm. Да ты много чего потерял. У них есть песня, называется «Байка». Расскажи реальную байку, братве. Вот он тогда выходил на сцену, он ее спел. Все, кто были на этой вечеринке, все пели, он вообще в восторге был. Он не ожидал, что его так встретят. Типа, меня еще помнят, да? Да. Меня еще знают? Балтийский клан. Знаешь такие? Не-не-не. Вот это вот не знаю. Имена питерского рэпа. Ну, новые имена питерского рэпа. Это еще... А, как раз, когда я учился в Путяге, 99-й год это все начиналось. У меня с 8-й, 99-й, вот это вот все, они только развивались. Ленинград, я на тюрлях. Ты сейчас скажи «Зергут». «Зергут», «Зергут», «Гуд», «Гуд», «Гуд». «Унц», 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 «Унц». Как там она делала, забыл. Да. И тыц. У меня где-то еще был балтийский клан, где-то он был скинут. Блин, у них там есть такие темы старые, но, блин, они там стоны. Откуда они делись? У меня ВКонтакте нет музыки, есть, если захочешь, можешь заценить. А помнишь такую «Коррозия металла»? Ну да, помню. Вообще зачет. Fucking милиция, fucking полиция, да?
Или кровавая мэр, или это как мы вам сейчас... Гитлер Капулит. А помнишь такую группу Миди Макси? Ну, помню, да, вот эту группу, да, помню. Так самое смешное, это какой год, ты помнишь вообще? Вот год не помню, по-моему, 90-х где-то, по-моему. Конец 80-х или начало 90-х? Ну, где-то вот так вот примерно, да. Угу. Я еще до сих пор помню их песню, это Bad Bad Boys. Блю. Я, говорит, тебя люблю. Это о чем? Да, я такого не помню. Да я шучу, господи. Я думал, ты какую-то песню там напеваешь, пытаясь судорожно вспомнить, что это такое. Судорожно даже не вспоминай. А Punjabi MC? MC, да, помню. Ох, ёпути, скутата, обалдеть. Почём рыбёшка, чуваки? Продиджи. Ну, Продиджи, да, это вообще классика. Угу. Я помню Арису, ой, Арию, Бесы, Встань, страх преодолей, Дух войны, Король дороги, Улица роз, Болейн, ёпути, а? А Дельфин помнишь так? Ну, Дельфин помню. Ну, так. Некоторые песни его нравились, и все. Вот мне нравится песня. Ее этот исполняет, по-моему, Мессер Чупс. Это просто инструментальная тема. Называется «Жек уже в Гамбурге». Вообще классная тема. Мальчишник, самую такую первую песню, я помню, это был Майк Тайсон был прав, но кто подставил его, об этом никогда не узнает никто. Потом у них пошла тема Терминатор. Ведь ты не человек, ты Терминатор. Ну да. Тоже ее редко найдешь очень. Мураками, нулевой километр. Это мой нулевой километр. И песенка «Президент». Это все, что мне из них понравилось. Помнишь? Наутилус, Пампилиус. Чувак? Нет, это я так уже. Да ладно, не помнишь. Бутусова не помнишь, что ли? Нет, Бутусова-то помню просто. Так нет, а перед Бутусом был Наутилус. Ну да. Ну. Вот Бутусов уже поет «Девушка по городу идет». Ну да, я знаю эту песню, но... Ну, она научилась на берегу, прогулки по воде. Ну да. «Скованы одной цепью», «Титаник», «Тутанхамон». Ой, блин. «Зверь». «На берегу безымянной реки». Вот есть такая группа, называется «Одна на двоих». Ну, блин, клипа нету, а песни... Вот мне только одна песня понравилась, она мне как бы так по приколу имеется, это «На коленях у тебя». Ну, зацени, набери. «Одна на двоих», «На коленях у тебя». Потом, потом. Я же сейчас в игре, Костя, Илья. Какая разница? Там не запрещено. Не хочу. Ты что, не будешь включать всем? Не хочу пока. Оркестр «Поле моря», «Любовь ушла». Это из фильма «Карпов». «Отпетые мошенники». Ну, «Отпетые», да. Сейчас они, правда, не уступают нифига. Так они уже давно исчезли, «Отпетые мошенники». «Русский размер», «Дежавю». Ну, «Русский размер» у меня есть, там некоторые песни нравятся. Русское радио, пара бабам. Ну, еще не хватало этого русского радио. Что-то у них прикольная тема была такая. Silent Hill, The Dark.
Семен Фролов, все бабы как бабы, а моя богиня. Да. А Серега? Кукла, черный бумер. Черный бумер так себе. На кукла. Одиночество, сука. Блин, выхода нет. Ключ поверни и полетели. И жуй свой орбит без сахара. И вспоминай всех тех, о ком плакала. А маяк, это тоже как бы, это вместо письма называется, ну, по-другому, наверное, ну, как-нибудь заценить, просто, если такое, конечно, слушал когда-нибудь Плинта. Молчишь. Ну, да, это так. Т-34, фит Серега, бум, такая маза, бум, фингал по глазам. Ой, ужас. Судьба лихая, здравствуй, родина родная. Ой, блин, батон, это мне сколько нужно еще разобрать. Ёптерный театр, ты ж твою ж мышь, а? Так, мы сейчас будет самое тяжелое, это что у нас? Интересно. Так. Ты прикинь, я сейчас должен буду загнать в этот в проигрыватель 800 композиций, чтобы их переслушать. Ёпамари. Вот тебе кайф. Ну? Я говорю, вот тебе кайф. Да, разбирать такую помойку. А научился, чтобы была песня, как «Goodbye, America». Да-да-да. Помнишь? Ну да. Ёперный театр, даже не знаю, с чего начинать. С русского, с зарубежного или с альбомов. Но русского у меня тут маловато будет, однако... А, система еще, System of a Down. Эванси, Саври, Дэнс, Юрпинный Бабай. Помнишь, точнее, группу Звери знаешь? Ну да. Помнишь, у них была песенка «Санитары, суки, тоже чьи-то дети. Здравствуй, камикадзе». Ну, это я вот это вот не помню. Не помнишь так? А Club Heads? Ну, Club Heads помню. Мой друг художник и поэт, перевидал весь белый свет. Горн. Помнишь это? Ну, Мэрилин Фармента ты помнишь? Мэрилин Фармер, у меня даже видеоклипы есть ее. Бруклин Банс. Бэтхэл Ганг, вообще ржачная тема. Шпарили. Апокалиптика. Оу, че я отрыл-то, прикинь? Ася, Бася. Ace of Base. 7B. Ё-моё. Ой, кошмарики. Что-то мне даже страшно начинать все это слушать. Все равно слушать надо. Да. Но пока ты здесь, лучше не слушать, так я не слушаю, а вдруг захочешь потрещать. Да не, я тут своим делом занят.
Поэтому слушай спокойно, Макэмс. Но ты там это, не молчи, толкайся еще. Хорошо, хорошо, я понял. Так, надо вниз спуститься. Так, что-то я кругами тут хожу. Сань, я пока на паузу нажал. Ты смотрел сериал «Третья смена»? Не помню. Толиса. Вспоминай, вспоминай. По-моему, смотрел. Или, может, не смотрел, просто название вспомню. Просто я к чему? К тому, что у меня есть вся музыка, которая прозвучала в этом сериале. Я тебе скажу честно, я не пожалел о том, что я такое поимел. Так что, если ты захочешь, я тебе могу скинуть, скачаешь сам. Да. Не хочу. Спасибо, но не хочу. Чего это? Что это? Что, место жалко? Ну и зря, такой музыки отказываешься. Да ладно. Тема-то классная там. Есть и плаксивые, есть сопливые. Да ну. Это так у них и просто есть это по фильму. Да я понял, понял. Вспоминай, смотрел или нет? Да по-моему, то ли смотрел, то ли нет. И вот ТВ-3 еще показывал в свое время. Да я понял, понял.
Просто если смотрел, то вспоминай тогда аварию. Там, где была авария, там всеми был новобранец. Ну. Две машины столкнулись на перекрестке. Ну. Одна машина была перевернута до такой степени, что было не вытащить женщину из машины. Угу. Она была, по-моему, специалистом каким-то. Психологом, по-моему. Угу. Если я правильно понял по жанру, ну, по ситуации. И там к ней тогда этот полицейский новобранец залез. И там еще у нее в машине тогда музыка играла такая, типа, мол, веселенькая, бодренькая. Ну-ну. На самом деле, в такой ситуации они такую песню поставили, вообще трындец. Эта песня была наоборот, как тебе сказать, грубо говоря, о любви эта песня, говорит. Mm-hmm. Там человек умирает, а там вот эту тему они ставили. Типа, мол, по радио играет она. Mm-hmm. Ничего так, мне понравилось самому. Я был удивлен, что из 6 сезонов можно столько музыки сделать, как хороший сборник. То есть так вот. Кстати, ты сейчас не знаешь, точнее не отслеживал, звуковая карта 6 каналов сколько стоит? Увы. Просто я думаю, либо в ДНС покупать, или в этом, в Ситилинке брать. Ну, в Ситилинке чуть подешевше, конечно, будет. Но он рядом с домом заодно еще у меня. Ну, да. То есть, а лучше там, да, Ситилинке mm-hmm. брать? Просто я так посидел, подумал, переходник, две с хером, и звуковуха две с небольшим. Разницы, мол, никакой. Ну да. Даже лучше звуковуху встать и не париться. Правильно? Ну да, но я думаю, что... Ну... Чем переходник это покупать? Ну, в принципе, да. Просто систему, у меня-то 5.1 дома стоит. Ну. Просто думаю, стоит ли заморачиваться на 7.1? Да, я думаю, не стоит, у тебя же таких динамиков нету. Так нет, систему покупать. А, систему. Ну, если у меня 5.1 куплено, может 7.1 купить, 5.1 тоже устаревшая. Не знаю. Это уже не актуально. Да. Не знаю, у меня он система такая, что можно и 7.1. Сколько у тебя стоит? Что стоит? Ну, что именно ты имеешь в виду стоит? Сколько еще раз, Сань? Ну, у меня два динамика стоит. И хватит это. А, 2.1. Так а что мне еще? Система 2.0, да? Ну, типа того. А что? Типа стерео уши. Да. Так я же через наушники, вот тебя сейчас с тобой разговариваю, через наушники слушаю. Ну я просто, например, фильмы смотрю через 5.1. Да, это понятно. Ну я, если бы у меня было там 5.1, ну да нафиг, что заморачиваться. В принципе, нормально, да, 5.1 был? Ну, в принципе, да. Раз 7.1 нет, то 5.1 на самом деле. Ну да. Прикольно, соседи мучатся. Mm-hmm. Особенно летом мы мстить за бессонные ночи. Ну да. Но я и с центром умудрялся мстить за бессонные ночи. Да. Mm-hmm. В Dolby Surround. Долби уши 2.0. Врубишь так врубишь, еще басов добавишь. Ну да.
В общем, Бреддина я считаю. Это сам себе... Со мной опасно иметь дело, я могу ударить сразу. Сам себе удивляюсь, да? Чего еще раз? А, сам себе удивляюсь, точно. Такой страшный, аж сам себе не совпадает. Один раз мне предъяву кинули. А, ну. Я им в ответ кинул, после этого не пожалели, что они кинули предъяву. Потому что мне потом каждый день вставали в 10 утра. Нормально. И ничего не поделаешь, все в пределах закона. Ну, в принципе, да. Не запрещено же с 10 шуметь. До 9 вечера. До 10. Устраивал долгий ужин. Вообще до 10 разрешено. Нет, ну из-за того, что там ребенок в черном, я до 9. А, ну да, согласен. Точно такая сучка крашеная. После чего они пытались со мной поговорить, я им сказал, показал им длинный палец, сказал, идите куда подальше. Mm-hmm. С такими, как вы, я не разговариваю. С вами нечем разговаривать, тупо. Ну да. Ну, после месяца воспитания они перевоспитались. В этом году они забылись, но я им напомнил, что такое в 10 утра просыпаться. Что значит выходной в 10 утра уже подъем? И как один сосед говорит, хорош, что их проучил, ты и так их уже проучил. Говорю, блядь, мало проучил. Сейчас. Раз продолжает так делать. Ну, значит, маловато. Угу. Маловато будет. Маловато. Многовато. Ой, самый раз. Точно. Будь здоровый. Пардон, спасибо. Что у меня все на чих-то пробирает? Потому что правду говорю. Все может быть. Я даже не отрицаю. Один раз они отстали под рев моторов. Да. Угу. Нормально. Орали с другого балкона, я им сказал, я вас не слышу, не надрывайтесь. Что-что, говорит, вы сказали, да? Это было что-то с чем-то. Это Нитфорспид залез, и давай рубить Нитфорспид. Потом мне это все дело надоело. Полез в танке. С голосом и с музыкой. Ужас какой. Чуваки мне матом орут, не посиду. Так было ощущение, что у меня тут толпа просто народа в квартире. Это было что-то с чем-то, блин. Все были недовольны. Так, сейчас я приду, я на перекурчик схожу, приду сейчас. Давай. И продолжаем дальше.
Продолжаем. Прибежал я. С извращенным. Да, я покурить просто сходил. С превращением. Ну да. Так. Так, вот сейчас. Ты помнишь игру Диабло? Ну да. Первую. Ну вот по поводу первой не помню. Так я именно про первую спрашиваю. Не, не помню. Ну ты в нее играл? Нет, у меня же было не комп, не было же компьютера раньше. Даже когда появился, не играл в нее? Не. То есть ты играл во вторую сразу? Нет, даже во вторую не играл. Я только полноценно именно мой компьютер появился где-то в районе было сколько мне лет? Где-то около 30 лет только. Это какой год был? Ну, если 10 лет назад. 10 лет назад. Мне сейчас 40. Так она уже была, Сань, в этот момент. Давно уже, кстати, эта игрушка. Ну я в такие игрушки-то не играю, в принципе. Ну это типа РПГ. Ну я понял, не. Ходишь, мочишь, качаешься, прокачиваешься. Ну понятно. Просто вот эта игрушка, которую я сейчас играю. Ну. Она чем-то напоминает Диабло.
Именно первую часть. С другой стороны, я ж это, когда все качал, ну, со старого винчестера на новый-то, да? Ну. Я нашел дистрибутив Diablo 1. Я его сохранил себе и все. Буду еще раз в нее играть. Надо будет поставить в нее и снова пробиться. Не знаю, мне первый гораздо лучше нравится, чем вторая. В 100 раз. Может, из-за того, конечно, что я ее всю наизусть знаю уже. Ну, все может быть, неизвестно. Но мне нравится одно, то, что я играю и играл, сейчас я скажу как. Я делал это сетевую. Вот, и там нету того, что все повторяется. Нет, там каждый раз все заново, рандом, там, дай боже, какой рубится. Особенно вот этот, я помню, топор мясника выбивал, вот вообще что-то с чем-то было. Это первая вещь элитная, которую ты можешь нанять. Mm-hmm. Потому что на другие ты еще не успеваешь прокачаться, а за счет того, что ты выбивал топорик, no. Ты себе бабло поднимал сразу. Mm-hmm. Ну и хорошо. Mm-hmm. Там забавно прокачиваться. Поначалу все таскаешь, все подряд, все mm-hmm. подряд таскаешь, продаешь. Потом прокачиваешься же все, ты понимаешь, тебе бабло не нужно, mm-hmm. у тебя уже и так все есть, только на ремонт себя оставляешь и все. Ну и на банке, на ХП, на ману и все. И ты там потом круче появляются они. Mm-hmm. Совместные два в одном. Вообще полная апис. Особенно когда ты в сетевой. У тебя там бабла дофига, потом получается. Некуда девать его. Там выложишь весь свой инвентарь с золотом. И ходишь потом это, по уровню. Если даже у тебя что-то пропадет золото, не страшно, потому что и так его навалом. Типа на 100 тысяч больше, 100 тысяч меньше, ерунда. Стоит уйти на этот, на 5-6 уровень, все, ты себе бабла отбил кучу просто. Даже когда ты тупо ходишь, понял? Ты чисто берешь только золотые вещи, поднимаешься, но тебе вообще не интересно. Свитоками хоть зажуйся. Что портал, что это определение. Mm-hmm. Просто девать некуда. Это я помню. И там прикольно было, когда подходишь к скверу, mm-hmm. он тебе рандомно выдавал. Мог себе параметр поднять, мог себе параметр убавить наоборот. То есть и так даже делал. Пакость такая была, прикинь, да? Либо тебе шмотку понижает. Прочность и качество ей. Ну, пакостный такой был. Ну да. Сквер. То есть ты помнишь, я не виноват, просто эта магия задела на букву Q. Mm. Поэтому, может быть, так, типа, мол, сифон такой будет, это и не специально. Mm. Типа, мол, ну, кнопку нажал, молчит, партизан такой. Mm.
Я просто захожу всех огненными черепами мочу. Но в Диабло в первой части у тебя шмотки имели прочность. Ну и во второй они тоже имеют прочность. А в этой игрушке шмотки прочность не имеют. С одной стороны, может быть, это хорошо, а с другой стороны, это плохо. А с другой стороны, в этой игрушке нету бабок. Ну, в том-то и дело, что плохо. Так. А что, золота нету? Ну да. Ну, согласен. Потому что хрен знает, что за шмотка, как и стоит ли вообще ее брать. А хочешь взять, надо все свитки распознавания впихивать им. Тут такие рассылки. Пока у меня еще уровень не такой большой. Ну. Например, камушек для заклинаний хочешь взять, предположим, да? А дай один свиток распознавания. Если ты что, как он называется? Он называется правильно свиток мудрости и свиток портала. Да уж. Обычно все за свитки мудрости идут. Вот здесь сейчас тупо хожу, беру только золотые шмотки, все, которые редкие выпадают. Вспомню, как называются редкие вещи. Максимум может 20 черепов создать. Я создаю только 10 и больше не поднимается. Все, лимит даже 11 оказывается. Я могу 20. Помнишь такую Катю Огонек? Говновоз. Помню, да, эту тему? И этот еще как думал, Ямашаша. Ну да. Этот, как его поменьше, это, то у тебя так. Что еще раз? Да у тебя шумит так жестко. Шумит просто что? Какой-то звук или да, еще? Да. К примеру, какой? Не знаю, какой-то шум. Вот сейчас зашипело, как будто из ванны. Типа. Ну это я еще не в колонках играю. Ну да.
еще раз проверить. Так, понятно, здесь еда. Да не видно, что они так прут, Санек. Да ладно. Просто говоришь, что шум такой офигенный. Ну, сорян за эфир, за сраный. Да нет, он не сраный, просто. Так. Просто толпы такие. У меня и так зомбаки мочатся. Хотя я еще черепа им помогаю просто. Я это сейчас подкачаю как-то на него. Которая это... ведьма. Mm-hmm. Ну тут тоже так мало еще написано, расписано про них. Много еще непонятно. Ну, на то она и интерес, ходишь, сам все изучаешь. Сам погибаешь, сам встаешь. Угу. Некромантия, новая. Ужас. Разве это реально? Не знаю. Так. Ух ты, ё-моё. Кошмар, кошмар, ужас. Чего такое? Пососит, кто может. Так, а пластикового сырья сколько мне надо? Ой. Ты что так срабатывает микрофон-то так сильно, жестко? Чего еще раз? Микрофон жестко срабатывает у тебя, сам по себе. Странно, у меня вообще далеко сейчас специально убран. Ну, бывает, что так шум такой идет. Жестко-жестко. Ну, сами настраивали, я не знаю. Да нет, я тебе ничего не говорю. Помнишь песенку? Не виновата я, не виновата он я. Сам пришел, да. Они сами на меня попадают. Что без рогов люблю женатого я. Ужас, ужас. А где Лехин, ты у нас на работе? Ну да. Так, а Стенович, ты дрыхнуть ушел или тоже на работу? Да, он дрыхнуть, потому что ему в ночь на работу. Он уже скоро вставать, через пару часов, да? Угу. Ужас, 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 ужас.
Так, что у нас там? Так, стоп. А. Стоп, наркотик, наркоман, на стол. Ушел глупенький Петра. Да. Помнишь такое? Угу. Там доктор Ватсон на это улик у меня. Наверное. Запрещены барабанщики. Помнишь такую группу? Ай-яй-яй-яй, убили небо. Убили небо, кровь убили. Ай-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, все-таки замочили. Это помнишь? Так это он и есть, запрещены барабанщики. А он встал и пошел играть в баскетбол. А убойная сила так переделана. Ай-яй-яй-яй, убили Васю. Убили Васю, убили. Чтоб там афроамериканцев не бежать. Они ж в Африке, мол. Все дела. Там-тарам-тарам-пам-пам. Если бы я сейчас играл бы через колонки, ты бы сказал бы, выключи колонки. Тут столько звуков. Тут просто кости крушатся, вопли всяких диких этих обезьян, блин. Ну, я имею в виду мобов. И это черепа лязгают челюстями. Стёбно получается. И самой героини орёт. Я фея, ё-моё. А я фея без хуя, 500 моя семья, блин. Ужас. Опять, откуда у вас столько повылезало-то, блин? Вроде как не на харде-то играю. Но она сетевая сразу же. Здесь нельзя в одиночку. Как это. Как Диабло. Так. Давай. Кошмар, блин, откуда у вас столько взялось-то? Прогнивший скипетр, не наш так называться, ужас. Ну, вот так вот. Уж назвали, так назвали. Ну да. Уж пошлали, так пошлали. Ну да. О, козлодой прыгает. Дадите в задницу.
Напали на беззащитную бедную девушку. Ужас. Вот изверги. Вот так вот. На без брони, без шмоток они на нее нападают. Вообще кошмар. Беззащитная девчонка, ну ничего. Не стань ни совести у них нету. Пока у меня эти зомби в одной стороне сражаются, они нападают с другой стороны. Кошмар. Никакой охраны. Никакой личной жизни. Ужас. Как так можно? Кошмар. Вот так вот. Ой, блин. Фуф, добрался до портала, ушел в заставу. Ой. Чего, не стоит усложнять себе жизнь? Фига себе, у меня она ругается. Умная такая, не стоит усложнять себе жизнь. Слышь, мартышка, ты где училась-то? Тут прикольно сделано, если ты карту зачистил и, грубо говоря, в диапазоне от 8 до 15 минут она обновляется. То есть, если ты вдруг будешь возвращаться назад, то ты можешь попасть на респаун, и все, и всех тут заново мочить придется. И фиг ты пробежишь, как говорится, спокойно. То есть такое может быть тоже. Вот они в первой части Диабло, они молодцы, они этих клан горных козлов хорошо нарисовали. И Диманес они красиво сделали. От этих времен это вообще изумительно. Графика они хорошо сделали. Только жалко, что тут этот диктор на английском все балакает, на русском не может ничего пробалакать. Написано на русском, читать в лом.
Просто если бы он говорил бы на слах, было бы вообще намного круче. Mm. А так английский фу-фу-фу. Это тупо засирает мозг. Тем более нам, старикам, он уже вообще не нужен. Ну да. Да, Саня? Ну да. Для нас это очень лишняя информация, сугубо лишняя. Кольцо с ракушкой, а что бывает без ракушки? Все может быть. Ржавый кайф. Я хотел прочитать «Ржавый кайф». Не, ну что не говоря, порой ностальгия по Диаблу первой меня мучает, я иногда в ней играю. Сажусь и начинаю рубиться. Прокачиваешься все как обычно. С нуля стараешься, пыхтишь. Просто я специально играю в сетевой, если тебя убьют, так ты все. Что-то ты теряешь из золота, я имею в виду. Ну-ну. Вещи ты ломаешь. Их надо чинить. Это вообще идеально. Тяжело прокачиваться очень. Берешь книжки, изучаешь там кошмар. Там самое прикольное, когда изучишь магию портал, все, тебе свитки не нужны. И там еще были эти прикольные цепная молния, просто молния. Стена огня. Когда ее поднимешь хорошо так, знаешь, там засада. Берешь стену, много стен наделаешь и стоишь, только и слышишь, как это все ломается, все что-то брянькает там. Вошли бобы склон. Где ваш слон? Ты зараза. Пошел чай пить, скоро буду. Угу. Нет ядра.
я здесь был, да? Вообще нифига ничего не видно. Вот это вот хорошо. Леновская. Стой ты на месте, господи. Так. Опять 25 этих. Так, немножко сюда. Ну-ка. О, прям четко. Так, надо жизнь все добавить немножко.
Так, а у него здесь конструктор есть? Нет. Что-то я забыл, что у меня же здесь, по-моему, есть, я его случайно продал. У меня же где-то был еще один, вот он. Че я заморачиваюсь? Так. Сейчас мы его положим сюда в ящик. Половина. Пока вот сюда. Вот так вот поставим, освободим место. Нафиг. Нафиг. Вот здесь вот. Нафиг. Ну это нафиг. Так, нет доступа, фиг с ним. Так. Так, сейчас мы перебазируем. Все вот это вот. Yeah.
Так. Это можно все в конце. Это все в конце. Вот самое вкусненькое это будет внизу сам, по-моему. Здесь ничего, здесь нет этого. Твою мать, это что за фигня, ловушка? Ха-ха. Это ловушка. Ловушки здесь специально сделаны. Ой, это же здесь. У меня ж как раз есть. Так. Так. Тут ты, твою мать. Так. Подожди. Где-то ядро должно плазменная пушка. Классно. Надо ядро уничтожать. Thank you.
Успел. А вот она и дрон. Даже так. Хорошо. Ну, это фигня. Так, понятно. Ой. Да. Чтоб тебе. Так, а здесь что у нас тут? Ну ладно. Зараза. Ой. Ты попал сюда, понятно. Так, это тоже сюда же, да? Так. Так, здесь сюда. Так, это сюда, понятно. Так, здесь еще ниже. Сейчас мы уничтожим. Так, соберем все вот эти вот. Ой, зачем я это сделал?
Так, надо посмотреть, что мне еще там на корабль кинуть. Так. Так. Раз уж и не уничтожает, сейчас мы уничтожим. Да чтоб тебя не в ту сторону пошел. Саня, еще не уснул? Нет, я же играю. И как? Ну что, как бажу выношу? Офигеть. Угу. Уже сам можешь выносить? Ну, здесь как бы никого нету из чужих, поэтому тут гораздо проще. Так база брошена или кто-то из чужих оставил? Нет. Тут просто это инопланетная база. А, то есть игровая, получается? Угу. Которые можно выносить. Ботов. Ну, типа того, получается, таким образом. Получается, это все принадлежит ботам. Да. Точнее, инопланетянам ботам. Угу. Инопланетным ботам. Мобам. Да.
Так, как... Ой, звездец какой. Кошмар, блин, ужас. Ай-яй-яй. Чего случилось там у тебя, я кыш? Да, им козла атакуют. Так. Козероги называются они. Понятно. Толпой пришли, прыгучий ужас. Ну, что ты хочешь-то? Тик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ужас, 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 ужас. Так, где ты тут доедра добирался? Нет. Блин. Так. Блин. Не помню. Ты сейчас мели или что? Это я сам себе, потому что надо вспоминать, как до ядра-то я добирался-то. Ага. Забраться-забрался, как выбраться, не знаешь? Нет, как до ядра добраться. Что-то я тут криво-косо хожу. Не помню. Ой, ё-моё, кошмар, столько козлов здесь. Так, здесь понятно, здесь не сюда. Валим, хозяин. Зомбаки орут, валим, хозяин, отсюда. Ну-ну. Смотрел это очень страшное кино, третья часть? Нет. Нет, не смотрел. Саня. Я говорю, не смотрел, слышь? Алло. Ты мне сейчас? Да. Ну, то, что ты не смотрел, ты мне сказал. Нет, не смотрел, да. Просто если бы ты смотрел, ты сейчас понял бы, о чем я. Ну, понятно. Посмотри как-нибудь эту упоротую пародию. Так, где же ядро-то? Так, это я в обратку иду, да? Много где там сейчас гостей? Людей сколько смотрят, Илюша? Угу. Три человека. Сколько? Три. Два человека? Три. Три? Как же я до ядра-то добирался? Что-то. Ты возьми, отмотай и посмотри. Да не, отматывать-то я не буду, просто мне это надо самому вспомнить. Ахтунг. Ахтунг, ахтунг. Достаточно гроши, дахнишний стахни полицайн. Действительно. Да? Сейчас вспомню. Ну, еще бы ты не вспомнил. По-моему, здесь где-то. Ну-ка. Ужас, ёперный балет, кардобалет, ужас, помогите, насилуют. Хулиганы зрения решают. Ужас. Еле отбился. У меня же перс девчонка. Ну. Ну, поэтому я ору, помогите, насилуют. Мои зомби в одной стороне карты были, а эти на меня с этой стороны напали, блин. Обидели девку. Чуть не убили. Успел убежать.
как говорится, правильно перегруппироваться. Ну-ну. Кашу в валенок. Второй пишет, забиваю в валенок. Мега дебил. Ну что поделаешь. Ну и ники, блин, это что за подростки такие, малолетки? Да придумаю жить, ё-моё, а. Хоть стой, хоть падай. Ну возьми постой и попадай. Ты же знаешь, это не про меня. Да понятно, это я уж шучу, господи. Костян может. Да нет, Костян-то нет. Ну скажи, мне вообще пофигу. Помогите убить химеру, злых модов на карте нет. Бугага. Вот ляпну, так ляпну. Угу. Ладно, я втеряю в подземелье. Так, я, по-моему, с этой стороны пришел, да? Да. Туремное подземелье. Все, я утопил туда. Там сейчас вопли будут, крики, я тебя сами слышать не буду. Угу. Мега Алексей 77. Привет, выживальщики. Привет, привет. Я тут один выживаю, бегаю. Как там работается? Тебя, ты уже приехал. Домой скоро приедешь. Так, теперь бы выход найти. Ну что, здесь выход найти? Мега Алексей 77. Я уже дома. На улице минус 22. Жесть. Да, не спорю. Так, где-то ядро же было, ё-моё. Ну, сюда, туда, туда, сюда. Сюда, туда. Сюда, туда, да. Я опять забыла твою таблетку. Чё, когда ел? Мега Алексей 77. Трамвай вторые сутки не ходит. И? Не напомнили ни хрена. А я думаю, помню. Да правда же. А я и не помню. Зараза, провалился обратно. Ой, господи. Да, сейчас я прям. Так, я была здесь.
Костя, фу, Илья. Ать, чуть-чуть. Да, блин, чуть-чуть. User joined your channel. Привет, Лёшка. Ты на нас, надеюсь, не обиделся? Не, хватит, что ли. У меня настроение плохое было. Ну, я... Бывает. Не, я понимаю. Не, ну в том... Мы-то думали, что ты на нас обиделся. Хватит, что ли? Бывает. О, Лёха! Господи, Илья, не кричи, пожалуйста. Там какой-то гул на стриме, я зашел, был такой шум, то ли фон от кого-то. А где здорово, блин? Здрасте, еще раз говорю. Здрасте? Или да. Круглое? Не круглое. Что это? Это у него, Леван, это у Ильи, там лишние звуки создаются. Просто, знаешь, на стриме слушаешь, как будто вода льется или водопад. Так это же прикольно. Ужасно. Это не прикольно. Я поэтому зашел сказать. Это невыносимо. Так, Леха, завтра готов? Да. Двум часам дня. А сегодня? Я всегда готов. А сегодня? Что там? А сегодня, не знаю, видно будет. Я вон набрал. Не знаю. Да ёкарно. Успокоительного. А чего? Да ну жесть какая-то. Просто что на работе, что на улице, что на улице, да, творится. Я тебе говорю, реально, вторые сутки трамвай не ходит у нас. Вот просто вот. О. Вот, ну, просто на такси за 200 рублей доезжают. Да? Да, всего-то лишь. Они вон стоят просто, знаешь, брошенные на путях. Вот просто вот. Ехал-ехал, херак уперся в снег. Все. Сейчас приезжал на такси, смотрю, трамваи стоят просто один за другим. Там дорожники что-то делают. Просто рельс нету. Вот. Как бы пути очищенные, но рельсы забиты. Там как-то трактор проехал и все это утрамбовал и уплотнил. Все. Он как, знаешь, гладкая-гладкая дорога. Я смотрю, люди ходят по этой по путям, как по тротуару. Вот самая хорошая дорога, там безопаснее причем даже, чем по дороге ходить и по тротуару. Трамвай не ходит, значит, иди себе, иди спокойно, там ровнее. Я все офигел просто. Че, взрывчатку ставишь? Угу. Надо ядра... Раз-то переиграл, да? Да. Ну там, наверное, вкуснятина, да? Нет, просто ядро надо сломать. Ага. Лёха, так ты сегодня поедешь? Ну как настроение будет? А чё это? Вот то это. Чё это? Может, поеду. Я до... Сегодня у нас что? Суббота, воскресенье? До вторника свободен совершенно. Совершенно. Да, до пятницы я совершенно свободен, как там в музыке. Просто если поедешь, дай мне знать. Ладно. Но если я промолчу, толкай. Толкай меня. Просто сейчас в другой игрушке. А я тут не могу сменить конфигурацию. Вот такая вот подстава. Кстати, я тогда, когда вот... Когда это было? Когда я там ездил? Мы ездили вчера или позавчера это было? Не помню. Один катался без нас. А, позавчера, вчера меня не было. Я по ДД там скатнулся. Просто чисто, не знаю, так, не знаю, настроение хотел поднять, что ли. Ну так. Поднял? Стрим, этот, в онлайне ездил я. Там как раз и ваши анекдоты слышно было, и все. Какие анекдоты-то? Ну, там про
Что ты будешь делать, что там в пятницу, не знаю, расскажу в понедельник. Ну, ага. Вот это вот. Угу. Костя рассказывал. Ну да, было такое. А мы тут это тебя орали, а ты разве звук выключил, оказывается? Я звук не выключал, у меня там было очень громко. Ну, в смысле громко, на ДД, там потому что в рации чуваки были как раз. Кстати, там чувак один, это, Сань, знаешь, этот пряник есть там? Ну. Пряник. Он, по-моему, танкист же, да? Ну, по-моему, да. Ну вот, короче, вот он там попался. Я повернул, смотрю, он через одного сзади меня там, своей команды. Набирал подписчиков, там это, ну, блин, там смотрю, так это. Хорошо поездили они. А и потом куда-то, ай, они орали там в рацию, ну как орали, так громко говорили, поэтому мне не... Даже на стриме слышно было, что я вас тихо очень слышал. Так ты можешь сделать сам громкость в рацию, чтобы слышать людей. Ты можешь сам установить громкость, я тебе уже давно об этом говорил. Громкость в рации, что ли? А, ну и... Да. Я что-то, у меня не получилось, хорошо. В мультиплеере настраиваешь. В табе. А, там? Да. Точно. Потому что ты так говорил, я нихера не слышу, типа, мол, да, все, да. жопа. Тебе говорят, иди в настройки, ты ноль эмоций. Алёша Балашов, видит всем космонавтам. Нет, я посмотрел в игровом. Привет, Алёшка. Так, пойду, у меня скоро воздух закончится. Не, я тебе говорил, что мультик надо именно. Мочи козлов на всей земле. Ай-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Ай-яй-яй, ни за что, ни про что, суки, замочили. Просто вот я вот шел сейчас и вспомнил это, когда, сами помнишь, Женя, с каким возгласом заходит к нам это на... в TeamSpeak, со словом, там, что все, кто... Ну, понятно, да. Буду повторять. Вот у меня же такое желание было тоже вообще, просто, когда приходишь. Вот они все. Нехорошие такие. Нехорошие. Да ё. Чё они там натворили еще раз? Кто? Ну, у тебя было желание, ты говоришь. А, да нет, кто это натворили? Ничего, обычное дело. Работа такая. Чё это? Вот такая. Вот такая работа. Надо было сказать, чё это? Вот и то это. Но у нас же тоже... Скелетонов, мать мужа. У нас же тоже тут снегопады идут. Так что ты не один в этом смысле. А снег идет, и что-то он нам всем несет. О, блин, вы уходили тут. А то я думал, что у нас только одних идет он снег. Нет. Фантазер, мечтатель. Не, Сань, ты говорил, это у них то плюс, то минус. Я думаю, ну какой там снег? Ну прикинь, там, вот сегодня было минус 9, да? Сейчас днем. А потом будет, сейчас сегодня ночью, минус 21. Ага, вот сейчас вот уже у нас минус 22. Не, я тебя в том смысле объясняю, то, что у нас перепады такие, что это жесть просто. Ну да. Так, это я здесь забрался. Свиток из Непала. Что за корабль у тебя такой? Это Костин корабль. А ты в нем бродил сейчас? Ну да, я ж по другим планетам летаю сейчас. А. Вот. И на свой кораблик набираю.
А, я что-то пропустил. Я просто, я смотрю, ты лазил по этим где-то в катакомбах, а потом раз такой, смотри, ты уже в корабле, я думаю, не понял. А чё это за то, да? То ли корабль лутаешь, то ли... Это чей-то корабль, то ли... Я что-то упустил. Угоняет, не поверишь. Он подался во все тяжкие. Ну да. А, ты вот этот свой сделал, mm-hmm. Орион. Угу. Mm-hmm. Да Костя сделал еще какой-то... Он большой. Сейчас делает, да. Ну, сейчас как раз делает. Ох, пани. Ой-о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 й-
Ну, вполне у него нормальный тот корабль был. Да вот этот корабль тоже ничего. Что был. Не, он себе другой большой корабль создает. Все, кусай, тут добрый, прям зашел, тык-тык-тык. Ну, не знаю, может... Вот, видишь, вот этот у него большой созданный, видишь какой? Вот этот. Да, это вот первый его созданный. Так подожди, он сам, что ли? Да. Нет, Джаншут, да, так воспалял. Да, вот делать нечего. Вот он второй создал. Ну, делать ничего страшного. Здесь конструкторское бюро топлива. Да. Как конструктор сделай сам. Лего. Угу. Легомания, е-мое. Легоотвращание. Я не знаю, я манал сам делать корабли. Привет, привет, Орешка. Ох, ёлка. Ты еще раз? Не, это я Алешке Балашову написал. Тут уж он написал, я, наверное... Ты второй раз? Да, второй раз, может быть. Илья. Алеша Балашов. 4 лайка и 2 дизлайка. Да, и фиг с ним. Спасибо, Алешка. Да недолго осталось, всего лишь 2 уровня еще и все. Уже 5. Так. Это сейчас подземелье, потом будет чисто тишина, спокойствие будет. Лех, ты бы там зашел бы. Вообще без ничего, без никого. Ты уровень-то у тебя какой сейчас? Кого? У тебя. Ты же посмотреть можешь, нажми бы. Нет, я здесь. Ты же в игре или еще где? Нет, а если ты не в игре, а ты не увидишь? Алеша Балашов, я Блека позвал на твой стрим. Меня, да. Окей. О, еще где можно наворовать? Кучу всего. А ты не воруй. А ты не воруй, да. Тебя не посадят. Тебя посадят, а ты не воруй. Ух ты, а что это они? Убирающиеся эти шасси? Да, сейчас они вот теперь сделали, что они убираются. Нифига себе. Вот, раз, поднялись. Точнее, ну как бы... Ну, вы как бы это, выпускающиеся. Да, шасси. Да. А ходить можно? Нет, на них. Побежали. Леш, не смеши меня. Не, ну так выглядит, как будто они это, ноги просто такие раз просунул и пошел. Не. Я не знаю, я вот не выбрал еще. Я столько пересмотрел там больших этих как их называть, самолетов этих. Вот, я тебе говорю еще раз, найди, попробуй себе корабль. Сейчас тебе скажу. Я не хочу такой, знаешь, чтобы куча лабиринтов было, куча этажей. Да? Зачем? Вот, смотри, сейчас тебе покажу. Сейчас где-то, сейчас на стриме увидишь.
Ну, можно такое еще на крайняк, знаешь, чтобы что-нибудь прихватить с собой, можно было какой-нибудь тамбур, там, какой-нибудь порядок. Я понял, понял, понял. Ну, пристыковать можно. Где он там? Ну, добывающий, да, нужно, чтобы был. Ну, вот, наподобие вот может... такого вот. Пеликан Ходжер. В принципе, он на 10 уровне. Вот выпиши для себя и посмотри в этом... Ну, в мастерской. Да. Вот выпиши название его. Он такой, более-менее кораблик такой. Ну, сейчас я напишу. А, Пеликан Хаулер. А, через... Вот, можно найти сразу же так? Или искать мне надо будет все страницы? Ну, я думаю, что ты сразу его найдешь. Ты же увидишь его, что вот, как вот у меня вот было. Через название, да? Да, да, да. Да. В скобочках СВ. То есть КВ. Ну, это более-менее корабль тоже. Но он по ресурсам, он не так требователен. 4 часа строится, 10 уровень, класса 3. Угу. Не знаю, что там как внутри у него. Не-не-не, нормально. Я же тебе помню, что я показывал, да, он как бы только не прикольно в том смысле, что если эти вот движки, видишь, они стоят вот здесь, как крыло. То есть остальное там более-менее нормально. Вот корабли туда, кораблики помещаются, то есть туда маленькие, именно маленькие. Как грузовой. Да, да, грузовой отсек, короче говоря, вот такая фигня. Ну, в принципе, да, это тоже надо. Ну вот, я тебе о чем и говорю, ты, ну вот назвал, то есть набрал Илья. Вот, и, короче говоря, попробуй. Может, что-нибудь заинтересует. Илья, срабатывание микрофона чуть дальше убери, пожалуйста. Чувствительность убавить. Чувствительность, да. Но микрофон я убрал, это... Нет, далеко. Чувствительность просто. Убери в другую комнату. Или закрой куда-нибудь в туалете или в ванной. Будет нормально. А только воду не включай. Да, то вообще там будет жесть. Как будто вода у тебя идет. Водопад какой-то. Это из-за мышки, наверное. Ну, скорее всего, еще из-за мышки срабатывает. Ой-ой-ой-ой-ой. Тебя кто-то там смотрит, что ли, звездец? У тебя, наверное, там вентилятор? Меня? Да, вот шум из-за чего? То, что вентилятор, а что у тебя сзади повреждений? Да это я то, что кто на железку был? Я свалился просто. А. Вот здесь вкусненького сейчас поимеем. Здесь еще никто не лазил. Так, где-то там... Кошмар, ужас, ужас. Идите нахер. Я не тот, кого вам заказали. Убейся, тварь. Так. Здесь у нас этот. Это я понял. Я вот что-то поэтому и запутался, говорю, упускай момент. То ты лазишь по кораблю там, по своему, то ты где-то там еще куда-то выходишь. И я думаю, блин, не понял. Переходы что-то я пропускаю, просто отвлекся. Так, оп. Здесь берешь вот этот, оп. Ну, опять не то. И что там? Лазерная винтовка, а, и это, блоки из оружейной стали. Так, здесь у нас что? Заскользивые слитки. Да, вот в этих контейнерах, да, вот самые. О, видишь, что?
Так у этих просто можно брать и воровать, что ли? Да? Ну да, здесь ничего? Вообще ничего не будет. Тебя посадят, а ты не воруй. Действительно. Не посадят за это. Здесь тут разрешено все. Все легально. Легально. У нас договор с ним. Лицензия. У нас лицензия, да? Да, да, да. Лицензия, да. На воровство, да. Так, здесь ничего. Табу, да? Здесь можно тоже пустышка. Кому апельсины, кому мандарины, да? Ой-о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 й. Так, как-то тут надо пробраться, уж не помню я. Так, здесь я был, лишь бы не потеряться. Так. Так. Я понял, надо с другой стороны. Ой. Так. Это я не сюда пошел. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот тебе ой-яй-яй-яй. Вот. Ты с такой броней, Сань, ходишь, вот обычно. Но мы заработали этот, эпическая броня. Ого. Тяжелые, ты бежать, смотри, ты подлетаешь нормально. Ну да. Толком бежать не могу в ней и подлетать там не могу. Так, вот это вот сюда надо попасть. Не в ней, а в тяжелую. Я понял, понял. А это типа легкая, но прочная? Ну типа да. Туда даже эти не надо, Евы ставить не надо. А я думаю, куда же. А если ты поставишь? Нет, там они не ставятся. То есть смысла нету ставить туда. От холода защита есть, от да. Есть. Угу. О, взрывчатка 5 штук. Остальное уже не интересно. Так. Самое главное теперь не запутаться еще. А, это запросто. Угу. Ну что, мы ракеты не берем уже? Почему? Берем. Я просто посмотрел сразу все ящики, чтобы мне это видеть, что куда, чего, куда. Ну что, среднюю броню уже брать не буду, нафиг. У нас уже и так этих средних этих... Там битком шкаф. Уже битком просто этих всех. Мало немного, много не мало. Бери все, что есть. Не. Уже не помещается все, что есть. Уже и так полное битком. А ты на что? То вывозить ты заколебешься. Просто заколебешься увозить это все. Так легко бы это вывозить. На самое дно, самое узкое ущелье. Кто нассал на дно? Кто нассал на дне? Ты что там, чужой бассейн писаешь? Вот падла. Ну что, вот надо сломать эту решетку, чтобы... Да. Через нее не берется? Mm-mm. Падла. Прописано ей кислотой. Надо сначала выпить ее. 1200, блин. Кислоту, да. Не, надо на нее налить на нее. Thank you.
успел. Ха-ха-ха-ха. Чуть было не провалился. Эпический дробовик. Эпический? Эпический. Ого. Нифига себе. Нашел, да? Угу. О, большой генератор К2. Пентоксид и ядро экстрактора тоже нашел. Тоже все эпический, да? Экстрактор? Угу. Эпический слиток? Да, эпическое ядро. Эпический. Да, да, да. Эпическая сила. Так, лишь бы опять не провалиться. Так, эристромой слиток, лазерная винтовка, варп-двигатель. О. Че у меня ничего эпического не, нет, не попадалось? Это где вот там? А тебе еще рано эпическое. Блин. Ты еще не вырос. Блин. Как всегда, да, короче. Тогда я пошел спать. Ну вот. Какой спать, а кататься? Ну че? Вот ты ж, блядь, спать на собрался. О, еще третью печку нашел. Третья печь, прочие стальные блоки, сатиевый, импульсивный К2. Тоже вкусно. А печь у вас там стоит? Да. Нет? Ядро экстрактора еще. Дробовик нафиг, дробовик нафиг. А вот это вот я возьму. Потому что мне дробовики нафиг не нужны. У нас этих дробовиков я уже половину продал. Еще продаж нет? Нет, они не перерабатываются. Так. А, это же не раст? Да, это ж ты не раст. И не тваст. Да. Ужас, кошмар. Ай-яй-яй, помогите, убивает. А, рест это АТС. ВТС. Да там у них что-то там это, собрание какое-то. Собрание какое-то. Да и... Я просто увидел оповещение. Так, я здесь был, здесь был, здесь был. Сейчас наверх заберемся. Лишь бы опять не провалиться. Не хайпануть. Не хайпануть хайпу? Так, здесь я, по-моему, был. А, остальные блоки только не забрал. Кошмар, ужас, мочи козлов. О, Костя заходит. О, Костя заходит. Проснулся. А, проснулся? Угу. Весь день спал? Нет, он это, всего лишь 2 часа поспал. И что, на работу? Ну, ему в ночь сегодня на работу. А, все, кончилось халява? Да, халява, плиз, закончилась. Поболело, хватит. Ох. Дробовик, штурмовая винтовка. Вот там. Ух. Поэтому вот это заберем. Вот это заберем. Вот это заберем. А уже и некуда как бы. Найду сейчас место. Что ты думаешь? Уже в руках. Сейчас. Понесешь. Сейчас. Фабрика. Сейчас мы закинем. И выкинуть жалко, да? И не взять тоже. Сейчас у меня как раз на корабль надо. Во, сразу туда, да, скидываем. Слитки. Сатевых у меня предостаточно. Иристромовых. Маловато. Так, вот эти остальные блоки Б тоже. Это туда же. Неодимых. А подожди, а как так? Ты стальные блоки подключился к серверу? Ты тоже туда стальные? Да, да, да. Сейчас Костян придет. Костян пришел к нам. Ты чего? Я думал, ты еще спать будешь дальше. Какое спать? Ты на время смотрел? Да я вижу. Ну, какое спать? Ты что мне предлагаешь? До скольки спать? До упору потом... Потом до... побежал со словами «Ёб твою мать, опоздал». До усёру, а не до упору. Короче, знаешь, что я нашел? Эпический дробовик.
А чешуеть. Потом что еще такое? Ножи. Рельсотрон. Так а в какой-то рудной зале же у тебя был эпический дробовик, расскажи мне. Я вообще-то на другой планете вообще. Ну, так я и говорю, в какой-то такой зале же у тебя был эпический дробовик. Вот такой. Уже третью печь нашел. Короче, три печки у нас уже. Короче, большой генератор К2 есть. Еще один нашел. Это хорошо. 8 ядров экстрактора. Ядров? Да, ядров. А. Это так прямо написано? Да, да, да. Понятно. Я понял, ты русский. Да, я русский, русский. А мы русские друг друга не обманываем, что ли, что ли? Да, 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 да. Я так и понял. Я, говорит, так и поняла. Ну, ловушки, конечно, здесь прикольные. А стоп... Саня, у тебя что, стрим закончился, что ли? Нет, прогрузка просто идет, а что? Прогрузка просто идет. А, просто смотри, заставка появилась. Я уже, прикинь, Кость, уже среднюю броню не беру. Потому что ее жопой ешь уже у нас. Наверное, с интернетом пошла фигня. А, ну сейчас появилась. Просто уже мы заелись этой броней. Вау! Вот ты, Костя, зарабатывал на расширенный конструктор. Вот я его сейчас нашел. А чешуеть? Сколько дней поисков-то? Да не сколько, слушай, на другую планету перелетел, вот ты, пожалуйста, да? Малый варп-двигатель даже нашел. В принципе, он не нужен, конечно. Еще одно в принципе, ядро экстрактора еще нашел. Тоже переработку. Леша, в топ. Переработать. Вот Леша переработал. А, почки вы. Действительно. Ищите съедобные растения. Ищите съедобные растения. Фотография и на первом плане золотая руда. Так, что я хотел, а? Чешуеться. А, вспомнил, ебануться хотел. Black Angel, привет, выживалкины. Удачного стримчика и безопасного выживалки. Лайчик привет, где-то на планете. А, привет, привет, Блэк, спасибо. Этот Fallout Chatter пошел. Где-то на планете. Где? Ну еще надо найти ее. Где-то... А ты на какой планете, кстати? Я? Алло. Да. Сейчас тебе скажу. Да. Курить пойду сейчас. Этот, сейчас я тебе скажу. Я нахожусь на Кедрае, да. Кедрае. Вообще не слышал такую. Там такая. Он тебе врет, Леха. Да я он вижу уже. Врет он все равно. Так, сейчас я придумаю. Слушай, маму клянусь, чтоб я ел одну свинью или даже две. Что-то, Костика, плохо слышно? Его отлично. Уж пади помой. Чего вы тут орали-то? Ара! Мы не орали, мы шепотом говорили. Так, Саня отвалился, курить пошел. Ох, орал! А чешуять?
кислотный ливень. Эй, кислотный диджей. Эй, ты славный пипл. Эй, давай, давай, веселей. Это была акула, помню такую дуру. Да. Саша, взял, блин, все мне испоганил, понимаешь ли? Что он сделал? Испоганил его еще вам. Погоди. Эй, ты славный пипл, эй! Где на дыбл-то? Херах, сами заблочили опять. Сука, подстава. Вообще конкретная. Ой, бля, я буду. Костян, давай еще. Костян, давай еще. Еще что-нибудь вспомнить с детства. Давай, давай, веселей. Это двое мысли из Кавказа. Чё это? Из Сёдертау в Стокгольм 2000 платят. Чё за бред-то? Чё, охренел твоя голова? О, а горючка. Бля, буду, надо ехать. Водку опять предлагают. Не поверишь, топливо. Не поверю, конечно. А придется, да? Ха-ха-ха. Иу. А чем водка не топливо, да? Да. А, ну, в принципе, нормально. Так давай топливо, давай скорее ей. Давай скорее наливай. Я-я, на цурлах. Ой. Чё, Костя, уже убежали? Да. Противный. Да. Да. Так, я правильно, надеюсь, иду? Нет, конечно. Нет. Сейчас опять. Там стрелочки. Ни в коем случае, ты шо? Фу-фу-фу. Там стрелочки, иди ровно в обратную сторону. Действительно. Конечно. Стрелочки. Я решил тишу есть. А тебе нужен выход. Да ёпты.
Ара, а почему туда все ломятся, а сюда никого? А потому что там вход, а здесь выход. Ну, Гиви, ты молодец. Сейчас я тебе настоящий джигитовка покажу. Сань, ты в курсе, что у тебя кислотный ливень был? Да. Я в курсе, Лёха. Спасибо, что ты напомнил. Так, здесь... И кислотный диджей. Йоу-йоу. Не поверишь, тебе еще акула в гости заходила. Да. Тебя искала. Тебе повезло, ты был в ангаре. Оффлайн. Так, здесь я уже был. Да не был ты здесь. Был. Я был. Был я тут. Я же знаю, что не был. Кому ты сказки рассказываешь? Но... Была я тут. Беля? Пилять. Пила она там, пилять, да. Пила. Пила. Пила она. Пила, видишь, сама пытается пила. Иля! А чешуей движок глохнет. 28% повреждений. Козлы. Ты не поверишь. Вот я сейчас, по-моему, дострою. Я тоже очешуею. У меня, правда, два двигателя, но, по-моему, они тоже глохнуть будут. От мощности или перебора? Или от наглости такой сборки? Какой сборки? И будут петь... Ой, ёпта, с горочки спустились, да, но вот мы-то к ней завелись. Да, именно так. Завода нету, потому что топлива, блин, нет. Запомни, заправлять их надо 98-м, а не солярой. Кого? Кем? Куда? Газом. Блин, запутался, как обратно-то выходить, ебаномать. Вот пьянь. Говоришь, Симсалабин Ахламан Бахламан, покажи мне выходан. Она тебе покажет. Запомнил? Тебе такой выходан покажет. Ну ёпта. Лёша. Наверное, Лёша, бля, идёт. Бля, мужики, запутался. Давай распутывайся. Запутывай. Закутывай клубок обратно. О, нашел зато еще. Вот, блин, и некуда помешать-то. Ты там не убился, Алешенька? Так, кобальтовый сейчас. А, ну ты сразу туда. Да, бой. Или в тот сразу, да. Хоть куда-нибудь уже сразу, ну. А, ну сейчас... Что-то по-идиотски сделан, 28% движок глохнет тупо, блин, без конца. Согласен. Бэкпак. Слушай, а бахнуть можно, что ли, это запчасти? Да. Все, рэкбан, ёпта. Да, так почти, можно. Да. То есть так дешевле да. будет, что ли? Куда запчасти да, кидать, Лёша, ты о чём? Ну, он в продукцию кидает эти, готовую, это, готовые детали. Что, охренел твоя голова? Ну, вот так. А чешуели, что ли? То есть это учитывается даже в производстве, да? То есть тебе меньше слитков придется. И времени меньше. То есть, промежуточный этот материал, как бы ты уже его... Ну, видишь, 10 часов 31 минута уже делается. За место 2... А было сколько у тебя? 20? 12 часов 11 минут было. Надо ему дать по печени, надо. Кому? А не скажу. Вот ты противный. Короче, кидай туда все. Да, все подряд, да. Вон эти таблетки, лазерные заряды, шприцы, все туда. Главное, шприцов туда побольше. Чтобы мало не показалось. Чтобы вы торчались. А подожди, слушай, а если эта вот запчасть, она не подходит, то есть он не возьмет ее туда, да? Ну да, он тебе напишет, что не подходит.
А, то есть можно наугад вот так вот тыкать-тыкать, и все, что подошло, то хорошо. Да, да. Тыкать-тыкать, да, вот бывает так, наугад, Леша, натыкаешься, а потом через 9 месяцев сюрприз. Угу, вот так вот и будешь себе тыкать жену. Бывает, бывает, что же сделаешь, ну? Пока не натыкаешься. Ну, знаешь, пока сам ведь не натыкается, ведь не поверит. Да не говори. Зачем ему старика слушать? Не говори, да. Молодой, неопытный, кровь кипит. Да, а потом ведь будет говорить, а вот вы мне не говорили, вы мне не сказали. Ага. А мы ему запись на говорили, а на стриме. А мы ему запись день, выпись день и пропись день. И пропись день. Скажет, что эти ребята жуют и пьют каждый день. Я не скажу. Я стесняюсь. Не налью. О-оу. Ну ты тут что-нибудь можешь еще впихать? Вот что. Да, она сейчас. Саша может впихать что угодно. Невпихуемое, да? Невпихуемое. Особенно невпихуемое, правильно? Действительно. Еще не в такие щели влезал. Он там где-то дом разбирал, разобрал же дом, нашел же щели, разобрал как положено. То есть это в пустоту не пойдет? Вот это вот, то есть ты кидаешь? Нет. Надо кинуть, если в пустоту кинуть, Леша, пойдет продукцию. В пустоту, ты не поверишь. Нет, нет, продукцию именно. Нет, писать не можно в пустоту. Допустим, ты туда кинешь патроны, оно хоп, съест. Оно следом, Леша. И это, и все, оно как бы не засчитается там. Да, Леш, да, оно там нет, конечно. Сожрет просто, скажет... Кусок и не выплюнет, если типа ням-ням-ням-ням. Можно и таблетки туда захерачить, да. Вот ага, понимаю. Вообще потом наркоман из нее сделаешь. Ты что, один раз на таблетку посадишь, так и будет на таблетках сидеть у тебя. Потом еще будет бензин просить. Самое главное, пряники дай. Не жалко выкинуть, да, и подобрать тоже. О, видишь? Типа подобрать я не могу мимо пройти, да? А время производства не уменьшается. Не, почему? 10 часов 17, было 10:30, сейчас 10:17. Ну да, на 20 минут уменьшилось. Да, хваняешь под коня. Ох, пихай. И таблеток туда побольше, побольше. Да побольше, и от жадности побольше, побольше. Дай себе, пожалуйста, таблеток. Каких? От жадности, да пожалуйста. Да побольше, побольше. Так. Шприцов туда, шприцов побольше еще. Главное, героин не кидай. Все нашла, что будет вообще жопа. Угу. Шла. Самим нужно. Да ладно. Да вот так вот, мало ли что. А тут на и опа. Ты подсел? Нет. Он уже давно сидит. Ой-ой-ой-ой. Это он только начал? Ага. Ну вон у нас жопа. Они козлы, они контейнеры, только воздух кидают, уроды. Вот асы. Козлы. Вот ведь берут и ослят ослы. И-а. Ну, еще один заослил. Сейчас заказываешься у нас тут. Смотри, сейчас наработаешь, пойдешь. Вот, я там же, смотри, я же сейчас пойду на работу. Не забудь Светлановскую площадь вычистить. А ты же завтра траблы будешь ловить. Вот, да, Светлановская площадь. Да. У меня завтра выходной. Стрелочку-то заварить. Я говорю, у меня же выходной завтра. Да, ну, значит, послезавтра траблы начнешь ловить, ну. Слышь, а? Не гундос? А, я знаю, что сделать.
А я видео предоставлю. Договорился, ну, все. Ну давай тогда девайсы, чтобы хоть снимать, как я буду работать. Чтобы видео-то предоставить, а не просто так. БМЦ покажет. Наивный. Пошла его на снимем. Так, Сай, как думаешь? Не говори ему. Нормально будет, если этого второй выезд заварить налево, ну. Потом Сердобольскую улицу, которая с Большим Самсоневским, со второго выезда снова налево заварить. Центральный выезд из парка заварить налево, Студенческую Сердобольскую заварить налево. Ну, это ж не знаю, не знаю. Как думаешь, пойдет? Хорошо пойдет? Да великолепно, я думаю. Хорошо пойдет, особенно когда тебя позовут, это все разделать обратно. Будет, знаешь, такая карусел, карусел. А кто просел, тот успел прокатиться на нашей карусел. Ну да. А, вы еще можете проезжать там по улицам, да? Нет, блядь, летаем. Да, можем. Не могут. Делаем, чтобы не могли. Это где это вы приезжаете? Приезжай, покажем. Вы приезжайте к нам лучше, покажите, как это, как можно это, как это делать. А, мастер-класс как, показать вам? Как это делать, да. У нас не могут уже вторые сутки. Ну чё, Сань, Костик, поедем через командировку? Выезжайте. Так ты нам оплачиваешь дорогу туда-обратно, спальню, да, жилье, жратву. Девочек, мальчиков, ну кто чё выберет? Фу, блин, я чё всё факт. Не, ну я сразу сказал, кто чё выберет, я же не знаю, у кого какие. Вкусы. Ты, чё-то невыгодно. Ну, пускай еще неделю постоят трамваи. А, ну край тогда. Какие-то вы убыточные. Нет, ты посмотри на него, нас, а. Ты посмотри на него, вообще обалдел, а. Охренел твоя голова. Нам невыгодно. Он, наверное, забыл, что такое в коробочке кататься. Блин, ну никак не выбраться, я что-то запутался в этом смысле. Костян, помоги. Да не, не надо сейчас. Пять раз направо. Три раза на месте прыг-прыг. Вот, это вообще обязательно. Это обязательно. Вот это поможет. Последний поможет. Ты что там, взорвался неудачно, что ли? Нет, просто тут здание в таком. Зарылся. А вот потому что... Ломай здание. Я, говорит, пойду руду покопаю. Ага. Здание, подкоп под здание сделал. Так нет, я просто новую планету обследую, заодно там же то же самое руды есть. Да, заодно там же руду покопаю, ага. Да ёшкар. Накопал? Ну вот видишь, как покупал. Накопал. Вот и накопался. Сам закопался. Да блин. Ах, обосался. По кругу просто шманяюсь и не выйти. По кругу пустили трамвай. Ну так кто? Они пустили по кругу. Фу ты. Не. Перса пустили по кругу. Опять обратно. Да, вот обратно иду. И опять почему-то прохладно. По окружности иду. А не проще пробурить там? Напевай песенку. Там нет. По кругу. Ходи, Ари, будь проклят тот день, когда я начал бурить на этой скважине. Так, здесь я был. Там я пил. Тут я ел. Вот здесь вот там эти вот убивал. Сюда, это я помню. А тут вот все, господи, здесь надо выйти. Фу ты. Нашел? Ё-моё. Фу ты. Ты помечай, где ты был, где не был. Во, да. Все. Точно. Ну, вот. Вот я вот... Шурик. Вот я об этом... Жорик. Ну... Жулик. Вспоминай, контейнер-порт, он один или их несколько? По-моему, их там две штуки, да? По-моему, две, да. Один в Осло находится, а второй не помнишь где? Вот это вот я не помню. А то мне уже третий раз пихают Осло, мне нужно другое место, непихаемое. Непихуемое. Самое место тебе надо. Непихуют мне. Скажи, фиг ли вы в меня пихаете, меня уже не впихивают. Они контейнер жопят.
Насчет топлива, я знаю, это очень редкость. Я поймал сейчас вторую машину, топливо отвез. И я не могу отвезти эту, блин, ядерку в Saint Alban du Erhon. Это так. Чего так материшься? Принял твоя голова? Гав-гав-гав. Встань в угол и палай, как говорится. Ядерку нужно открыть нам, понятно? Блять, хуже. Завтра чё? Открываем ядерку. Шапошники. Дует. Закрой дует. Форочку, дует. Да, дует. А ну закрой дверь. А, типа закрой дверь. А я не хочу, ну то я тоже открою. Помните это? Нет. В бумере-то. Забыли. Или это в бригаде было? В бригаде, по-моему. Да, бригада. Бригада? Угу. Бригада. Тригада. Тригада, бригада. Шмабаба. И сосала суску. И валила дурку. И сошала шутку. Нет, валила дурку. Ой-ой-ой, что-то новое. Что, так а так можно, что ли? Так модно, ё. А, модно. Хорошо, будем тоже так делать тогда. Будем делать что-то так модно, как модно. Кстати, ты кое-что сделал неправильно, Кость. Вот в этом корабле. И чё же это? Ну давай. Во-первых, надо было ищ. Что, я его сделал не прямоугольник? Да подожди. Какой? Я имел в виду, что ты должен, можно было поставить еще один лифт и его закрыть. Потому что когда ты находишься в космосе. Медленнее. Ну вот ты поставил лифтовую, которая посередине. Форточку дует. Да, дует, кстати, там. Вот, а когда ты в космосе, у тебя в корабле воздуха нету, хотя у тебя должен быть воздух. Галя, это у меня когда в космосе, у меня в корабле воздух. Вот, потому что у тебя дырка. Вау, дырка. У тебя в лифте дырка. Дырка. Да ты чё? Где? Мне надо заделать срочно. В потолке сверху. Вон, звезды видно, я вижу. Вот здесь, потому что надо, да, было. Пиздеть команды не было, во-первых. Кость. Ау. Просто надо было еще одну лифтовую поставить. Поставить, закрыть стеклами. Справа, слева, справа. То есть слева, справа, и сзади, и сверху. А поставить здесь посередине дверь. То есть вход на крышу. Еще раз. Еще раз медленнее. Почему там якобы, как ты говоришь, воздух? Потому что дырка. Может, ты чё, потому что дует. Дырка здесь. Надо ее закрывать было. Какая дырка? На крыше корабля. На крыше дырка? Да я там вроде блоков не пропускал. Да нет, ты просто вот лифтовая идет, которая посередине корабля. Большого вот этого вот. Ну, надо было еще одну сверху ставить лифтовую. Зачем? Воздух уходит. Герметичности нету, Костя. Да ты че? Конечно. Че, честно, что ли? Да еб твою мать, что ты вот это? Че ты дур валяешь? Не, ну так, чисто поржать для меня. Так, где эти у нас? Терьем-терьерим, там терьем-терьем. Я ну вот, посмотри, на моем стриме я тебе показываю. А я думаю, что такое, блин, в космос, это, залетаю в космос, оденьте шлем. И кислорода нет, дохнет. Оденьте шлем. Я так не понял, а потом так посмотрел. Залетаю, говорит, в космос, оденьте шлем. Странно, правда, в космосе нет воздуха? Ух ты! Что, в космос не добавили воздух? И прикинь, что? Да, Леха, не добавили. Жлапошники?
Если ты не заметил, Саша, это лифтовая. Она полностью со всех сторон закрыта. Кроме, да, кроме, прикинь, космоса. Ну надо же, а? Вот это не... Так а что тебе, не поставить одну лифтовую сверху и перекрыть стеклышками? Плюс дверь поставить. А на юха можно вопрос? Ну так чисто для себя. А у тебя... Чтобы пушка не могла поворачиваться, если что, назад. Родное... Для этого... А зачем тогда ты здесь герметичность не сделал? Ты надо было герметичность сделать. Где? В пизде. У меня вообще-то везде герметичность. Нету, нету. О, да. Но я тебе серьезно, воздуха нету. Ну да. А ты не пробовал? Может, просто заправить его? Вот, ну, смотри, поржать, вот я конечно, тебе показываю. Я вот я даже покажу. Вот Леша, наверное, видит. Я вот сейчас... Я сейчас на земле. Вот сейчас вот я нахожусь, да? Нет кислорода. Это я сейчас на крыше корабля. Так? Спускаюсь. Ну, на земле, на крыше корабля нет кислорода? Саш, ты хоть... Выражопывайся, пожалуйста, по-русски. И вот, и опять-таки в корабле нахожусь, нет кислорода. Как это так? Если вот сейчас я посередине поставлю лифтовую, герметизация будет, и все. И будет, вот, ты можешь спокойно по кораблю ходить без шлема. Секунду, где у тебя там твоя трансляция? Ну? Говорю, где твоя трансляция? Хоть ВКонтакте, хоть в Ютубе. Вот. По-русски говори для начала. Просто то же самое ты будешь какой корабль строить потом. Не забывай, что в корабле должно быть герметично. Ну там лифтовая не будет ничему мешать, допустим, там тем же самым пушкам там или что там, обзор. Но он говорит, будет мешать. Ну тогда, значит, лифтовую надо было не ставить, убирать ее. Ага, точно. То есть ты вот посадил корабль наверх и... Ну, в принципе, усё, да? Хватит. Ну, Кость, для... понимаешь, нет тут герметичности. Давай, включай герметичность. Вот смотри, показываю. П нажимаю. Здесь все включено. Кислород включен 100%. Заправлено. Подожди. Сейчас увидишь. Подожди, у тебя... То есть он все уходит в трубу? Да. Ты вот сейчас видишь, что 100% все, Кость? Нет, у тебя... У меня, наверное, или у тебя тормоз... А ёб твою маковку надо... Что, запоздание небольшое? Сейчас. Сейчас грузит. Угу. Во, подгрузил. Ну, кислород заполнен, да? Включен, да? Ты видишь? Да. Вентиляторы двигаются. Видишь? Сейчас увидишь на трансляции. Значит, должно быть герметично. Сейчас. Или хотя бы... А, вентиляторы крутятся? Да. Когда герметично? Нет, просто то, что поступает воздух в корабль. То есть в корабле должен быть воздух. Я понял, я здесь не поставил. Вот, надо было или здесь, как бы, да, его просто перекрыть, да. Вот здесь. В этом лифтовом. Потому что я вот У нажимаю, не раз, нет кислорода. Если вы надеете шлем, то он может помочь. Понимаешь? Хо-хо-хо. Вот, поэтому... Не трогай этот корабль, я же тебе сказал. Не, я тебе объясняю, какую ты ошибку сделал. Или здесь надо было на крыше поставить еще одну лифтовую и закрыть ее. Ну, она здесь, наверное, мешает. Ну, это понятно. Лешка, ты где там у нас живешь-то? Где? Там же, где и жил. Не, ну реально, где? В смысле, в реальности или в реальности? В реальности. В Саратове. Вообще, в Саратове. Взрыв произошел в кафе под Саратовом. Читаю новости.
Ты там чего? Ты там как перданул, что уж ну-ка расскажи. Алёша Балашов, Блюк, привет, как поживаешь? В Яндекс новостях. Да ладно, фига себе, какой взрыв-то. Вот. В Яндекс годостях. Зачем ты так? Ссылка в описании. Бомбанул. Признавайся, вот это ты бомбанул. Ты ресторался, малёха. Смотри, нифига себе, наверняка это в новостях еще будет. Скорее всего. Да, скорее всего, опять шаверму, блядь, неправильно подключали. А как ее правильно подключать, да? Плюс с минусом перепутали опять, да? Конечно. Это они любят. Без вариантов. Действительно. А где ты сейчас Black это... Angel, Алёша Балашов, привет, Попович. Норм, как сам? Нет, я закрыл уже, Лёша. Ладно, я сам посмотрю. Так. Это я поставил. Ну ладно, здесь там уже как-нибудь что-нибудь. Ссылка в издевание. Когда-нибудь разберемся, так. Когда-нибудь кого-нибудь прибьем как-нибудь, и так вот полный путь. Ну мы сюда доставим еще. Ебать было леску стоим. Но в этом корабле есть плюс, он немного жрет электроэнергии. В принципе. Процента при 40 это вообще великолепно. Вот. За что ты меня похвалили? Не, ну я ты же знаешь, я всегда правду говорю. Никогда ничего не стараюсь обманывать. Да, да, вечно как пизда нет, хоть А что я неправильно что тебе говорю, что у тебя да минус ладно, был? Ну. Что ты сразу? Свищай. Иди покушай. Не по. А, точно, действительно, сейчас пойду. Вот видишь. Слушай меня и голос Африки. Нет. А, это в поселке, не в городе, Лысые горы. Лысые горы, прикольное название. И гора уже облысела. Да, что ж. Она и так была лысая. Что ж такое-то? Хорошо, что не волосатая гора. Волосатая гора! Вах! А у тебя, по-моему, здесь конструктора нету, да? В корабле в этом. Да сфига ли это? Алёша Балашов. Блюк, у меня все отлично, я никогда не пропускаю стримы и видео на всем каналах, что на которых я подписан. Что ты его не видишь, это не значит, что его там нету, батенька. А, газовый котел взорвался. Праздновали юбилей, ну как обычно, было холодно, минус 22, вот, хотели все разогреться, На празднование юбилея обычно все уже разогреты. Ага, ну тут... Конкретно, причем разогретые. Мало. Тут мало. Вот, что-то у вас какие-то видны празднования неправильные, юбилеев. Вот так вот у нас... Black Angel, так у нас Алёша Балашов, понятно. Юбилей. Хреново, еще можно как сказать. Как хреново, хорошо. Баллон взорвался уже хорошо. А, ну-ка это, то есть это у вас то, что доктор это писал. Нормально. То есть, если не взорвался баллон на юбилее, считай, не юбилей удался, прошел да. Даун. Даром, да? Походу, да. Да, окай. А что же есть? 40 человек пострадало, из них 6 получили серьезные ожоги. Хорошо, справа. Ой, блядь, ну что хотели, Саратов это. Это ж, бля, горы.
Это называется, давайте, говорит, хайпанем, говорит, по-взрослому. Хайпанули. Фу ты, ёпты, лысые горы. Громкость хоть убери. Фу, я аж напугался про лысые горы. Передают ленты инфо. Взяли свадьбу в помещении. Че, ты ругаешь, что ли? В том числе трое детей. Еще и трое. Сань, твой ругаешь? Нет. Короче, про свадьбу была там у них. Ах, это свадьба, свадьба. Пела и зажигала. Зажгла она зажигалку. И по-отецки зажгли. Да. Кстати, вот мы все бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ты, Сань, свои привет от нас передавай троих гопников. От гопников? Гопники. Мы все гопники по жизни. Вы забыли? Ой, как нас в треке тогда, гопники. А, вы что тогда отдыхали? Алёша Балашов, Юка, сегодня это немного посмотрел вернулся. Карту новую для игры «Фермер 19», которую я дал Дракоше, там поле очень огромное для вашей бригады. У тебя так как обычно, твоя писалка слетела. Писалка слетела? Да! Лёша. Чего это? Писалку почини свою. Какую? Вот спроси у Сани, какой он пользуется. У него писалка не слетает. ОБС, что ли? Ну да. А, видишь, может быть, из-за того, что у меня не обновлена была. Так обнови. Ну, я обновил потом. Так все равно тебе слетала писалка твоя. Не-не-не, я потом обновил уже. Я просто да, игнорил. Отмазывается. Не, мне потом не, не, это не вылетало. Сань. Че-то грустно какой-то. Да ничего не грустно. Вроде бы с тупика выбрался, а грустно. Так я сейчас... Он, ему взгрустнулось, что он уже с тупика там... Я сейчас следующий... Это он отражен. Я сейчас в следующий тупик пойду. Ну что? Искать выход? Вкусняшки пойду искать. Вкусняшки должны быть у жены. Конфеты? Какие в баню конфеты, ребят? Конфеты? Мы любим ходить в баню. Black Angel, Алёша Балашов, а как называется? Я только одну блядь, карту знаю, сука. С большими полями. Гондон, сука, право купил, еблан сраный. Пидорас, блядь. Он взял, подрезал, я ж перевернулся. Ну не чмо ли нахуй? Ты... Ну а что поделаешь? Просто я сказал, ну ты там пишешь, не хочу себе материться. А ты куда едешь? Далеко от тебя осталось еще? Может быть еще... Ой, сил хватит. Съездить только. Кило 400. Ой. Кило, килограмм один, да? 1400 километров. Ой-ой-ой. 1485 будет точно. О, четвертую печь нашел. Молодец. Ну... Ну сейчас, Сань, ой, Леха, довезу 1480 километров. Еще мало пока. А, то есть... Мы забили болт. Окей, хорошо. Так я и так сегодня днем понасобирал целую кучу. Там это переплавлять поставил. Еще надо подлететь, посмотреть, что там переплавило. Mm-hmm.
сколько у тебя получается еще будет готовиться? 10 часов? Ой, подожди, 10 часов. Да, 10 часов. Ой-ой-ой. Ты мне говорил? Не-не-не. Да, все, всем спасибо, все свободно. Давай, до завтра. Пока, до завтра, да. Что это? Он на работу пошел. Тоже на работу. Друг вышел из канала. Угу. Мне тоже так же сказали. Санет? А тебе так же сказали? Да, нет, у меня по-английски сказали. Он ушел. Ты же сказал, что ты сделаешь русский язык. Да не сделал я нифига. Почему? Жопа, что ли? Никак все еще пока. Ну. Как говорится, руки не доходят. Альфа Ромео сейчас будет Джульеттой, блин, у меня. Надоело прижиматься. Сейчас я просто впечатаю, забуду все. А ты на Альфа Ромео ездишь, что ли? Нет, я на Скане. Товар везу, топливо. На бензоколонку. Привет, менты. Так, ладно. А я проехал 140. Как стоячек сделал. У меня люстра моргает, все дела, все ништяк. Жалко, что в одиночку нельзя поставить сине-красный. Гамбург. Гамбургер. 1380 осталось. Так, ну ладно. Заканчиваю стрим. Спасибо, что были. Всем завтра, скорее всего, Евротрак. Мультиплеер будет. Да, да, да. Вот. Всем спокойной ночи. И нам не знаю, как-то заикаюсь уже, наверное, заигрался или заговорился, не знаю. Black Angel. Вот. Короче говоря, до завтра и до новых встреч. До свидания. Пока-пока. С вами были мы.